привет! С вами Арин и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Darksiders 3 быть, но только после переиздания Darksiders 2. Прохождение игры The Witness займет более 70 часов. Представим трейлер Street Fighter 5, который поведает о боевой системе игры. Разработчики The Witcher 3 Wild Hunt подсчитали общее проведенное время в игре. Darksiders 3 быть, но только после переиздания Darksiders 2. Компания Nordic Games сделала официальный анонс переиздания игры Darksiders 2 для консолей нового поколения PlayStation 4 и Xbox One. Судя по словам разработчиков игры, Darksiders 2 Definitive Edition – это первый шаг в пути Darksiders 3. Разработкой нового издания игры будет заниматься команда Gunfire Games, которая, как известно, состоит практически из бывших работников студии Vigil Games, авторов оригинальной части серии. Обновленное издание будет работать Full HD, где будут использоваться улучшенная система освещения, проработанный герой и другие графические эффекты. Кроме этого, в переиздание войдут все официальные дополнения, которые были в оригинальной части. Релиз игры Darksiders 2 Definitive Edition произойдет уже этой зимой. Прохождение игры The Witness займет более 70 часов. Уже складывается ощущение, что создатель платформы Braid по имени Джонатан Блоу, создавая свою новую игру The Witness, делает ее постоянно все больше и больше. Практически 2 года тому назад этот независимый разработчик твердил, что игра проходится не за 8, а более чем за 35 часов. Теперь же Джонатан Блоу утверждает то, что полное прохождение этой удивительной головоломки займет более 70 часов. Судя по тому, что сообщил этот гейм-дизайнер в своем твиттере, на днях его студию посетил тестер, чтобы прогнать новый проект. Причем приглашенный геймер оказался подкованным в решении подобных хитрых задачек, но даже несмотря на его богатый опыт, геймер смог одолеть лишь 97% геймплея. На окончание игры ушло практически 8 полных дней. То есть получается, что на 100% прохождения игры The Witness требуется более 80 часов. Трейлер Street Fighter 5, который поведает о боевой системе игры. Студия Capcom официально представила свой новый трейлер игры Street Fighter 5, который поведает игрокам о новой боевой системе игры, системе вариации. Система вариаций заключается в 3 основных компонентах, двое из которых откроются по мере того, как ваш герой будет получать урон. Уникальное умение, в свою очередь, не требует никакой шкалы. Соответственно, оно будет доступно для бойцов постоянно. Чтобы провести это умение, необходимо нажать на средний удар рукой, а после и ногой. Каждый персонаж имеет свое особенное и уникальное умение. Эти уникальные умения повышают мобильность, либо же дают возможность провести оборонительный или атакующий прием. Кроме этого, данное умение способствует пополнению шкалы. Разработчики Ведьмака 3 подсчитали время, которое пользователи их сервиса GOG потратили на игру. Необходимо отметить, что в GOG было зарегистрировано ровно 700 тысяч копий игры «Ведьмак 3. Дикая охота». Если же взять во внимание и общие продажи игры за первые 2 недели, то это число составляет 17% от общего числа игроков «Ведьмак 3». И вот как раз эти 17% наиграли уже в общей сложности более 1770 лет, а это ровно 646 тысяч 50 дней, или же 15%.
20 505 200 часов игры. Если же поделить данную цифру на общее число игроков, то в среднем каждый геймер провел в игре более 22 часов. В Steam открыт сезон чудовищной летней распродажи. Компания Valve открыла свой сезон чудовищной летней распродажи в Steam. Как нам стало известно, эта распродажа продлится вплоть до 22 июня. Это не может не радовать. Наш беглый осмотр Steam предложений показал, что было выставлено более 4048 игр. К слову, на зимней распродаже было выставлено 6140 игр. В любом случае, список распродаж летних игр может быть значительно лучшим благодаря скидкам, которые обновляются в течение 12 часов. Также не стоит забывать о предложениях дня. Список доступных игр варьируется от небольших инди-проектов и вплоть до игр раннего доступа. Причем не исключением становятся и известные блокбастеры вроде «Ведьмак 3», «Grand Theft Auto 5». Размеры скидок также имеют существенные различия – от 10 до 90%. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арин. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!